Привет, добро пожаловать на наш канал Босфорос Тур. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. Уникальный в мире красивейший пролив, разделяющий азиатские и европейские континенты. И если вы готовы пойти на прогулку многие исторические артефакты, которые предлагает нам Босфор, Босфорские мосты, дворцы и крепости Стамбула, мы начинаем тур по Босфору, чтобы увидеть и сфотографировать его особняки и рощи. Босфорский мост, который в народе также называют первым мостом, потому что это первый мост, построенный через Босфор, обеспечивает бесперебойное наземное сообщение между двумя сторонами города вместе с мостом Фатих Султан Мехмед, мостом Явуз Султан Селим и тоннелем Евразия, которые были построены позже. Мост, строительство которого началось 20 февраля 1970 года, был завершен 30 октября 1973 года к 50-летию образования Турецкой Республики. Галатский мост – мост, построенный через Золотой Рог в Стамбуле, соединяющий Каракёй и Эминьоню. Галатский мост, который был завершен и сдан в эксплуатацию в декабре 1994 года и находится в эксплуатации по сей день, представляет собой масштабный мост длиной 490 метров с открываемой 80-метровой частью. Это один из редких в мире разводных мостов, по которым проезжает трамвай. Галатская башня – башня, расположенная в районе Галата-Стамбула, верхняя часть Каракёй, построенная в 528 году и являющаяся одним из важнейших символов города. С башни открывается панорамный вид, особенно на прибрежную часть Стамбула, Золотой Рог и Босфор. Галатапорт Истанбул является одним из самых важных туристических проектов в мире, охватывающим 1,2-километровую береговую линию Босфора с инвестициями в размере 1,7 миллиарда долларов. Галатапорт Истанбул предлагает экосистему в центре города, которая сочетает в себе все возможности и передовые технологии, облегчающие повседневную жизнь с цифровизацией. Thank you.
Мечеть Долмабахче – это здание, которое было начато Бисмиалем Валиде Султан, матерью султана Абдулмеджида, и завершено султаном Абдулмеджидом после ее смерти по проекту Грабет Балин. Дворец Долмабахче – это османский дворец, расположенный на площади 250 тысяч м во второй степени в Стамбуле, Бешикташ, между улицей Долмабахче, простирающейся от Кабаташа до Бешикташа, и Босфором. Он расположен на левом берегу у входа в Босфор со стороны Мраморного моря, напротив Ускудара и Кузгунчука. Строительство дворца, построенного султаном Абдулмеджидом, началось в 1843 году и было завершено в 1856 году. Сегодня он используется как музей.
Место Чараган, расположенное сегодня между Бешикташем и Артакёем, в 17 веке было известно как «Сады Казанджаглу». Приморские дворцы и сады, украшавшие берега Бешикташа в 18 веке, считались наиболее важными символами периода «любви к цветам» и музыки, известного как «эпоха тюльпанов». Этот период был эпохой культурного блеска, а также развлечений.
Мечеть Бюйук-Меджидие, или мечеть Артакёй, как ее называют в народе, представляет собой мечеть в стиле необарокко, расположенную на пляже в районе Артакёй района Бешикташ на берегу Босфора в Стамбуле. Мечеть была построена армянским архитектором Нигагосом Баляном. Султан Абдул-Меджид в 1853 году. Мечеть, представляющая собой очень элегантное здание, построена в стиле барокко. Он расположен в уникальном месте на Босфоре. Как и во всех селентинских мечетях.
Алигрч Истанбул – ночная площадка на 2000 мест с роскошными зданиями на берегу Босфора. Алигарк Истанбул, расположенный на площади 5000 квадратных метров, расположен на берегу Босфора с четырьмя различными строительными площадками и зимним ночным клубом. Остров Галатасарай или остров Куручешми – это остров, расположенный в 165 метров от побережья Куручешми в Босфоре. Это право собственности спортивного клуба Галатасарай. Остров, подаренный Саркису Бальяну султаном Абдулазизом в 1872 году, некоторое время был известен как остров Саркисбея. Арнаутки – хорошо зарекомендовавший себя исторический район в границах района Бешикташ на европейской стороне Стамбульского пролива Босфор. Арнаутки расположен на побережье на европейской стороне Босфора, между Куручешми и Бибеком. Тыловая граница района, начинающаяся от побережья и поднимающаяся к холмам, опирается на улус, который сегодня быстро расширяется.
а Кентебурну – выступ, простирающийся к морю в Арнаутке, знаменитом районе района Бешикташ, в Босфоре. Непрерывное поверхностное течение в районе мыса, которое может достигать скорости до 12 узлов в час из Черного моря в сторону Мраморного моря, и создаваемые этим течением водовороты до сих пор являются проблемой для мореплавателей. Утверждается, что старейшее известное название района, которое, как считается, восходит к дохристианской эпохе как небольшой рыбацкой деревушке, халай, искаженная форма слова скалай, причалы, написанного разными способами, халлы, чилай, хил, в различных источниках.
Крепость Румели, также известная как крепость Багаскесин, это крепость, расположенная на берегу Босфора в стамбульском районе Сарыйр, давшая название району, в котором она расположена. Она была построена Фатихом Султаном Мехметом до завоевания Стамбула для предотвращения нападений. От Черного моря, в самом узком, 698-м2 месте Босфора, прямо напротив Анадолу Хисари на анатолийской стороне. Мост Султана Мехмета Фатиха – подвесной мост между Ковачиком и Хисарюстью в Стамбуле, соединяющий Азию и Европу во второй раз после Босфорского моста. Его длина между анкерными блоками 1510 метров, средний пролет 1090 метров, ширина 39 метров, высота над уровнем моря 64 м. Фундамент моста был заложен 29 мая 1985 года, а его строительство началось 4 декабря 1985 года.
военная средняя школа Кулели или сегодня официально кампус Кулели школы иностранных языков Университета национальной обороны и является военной школой, расположенной на анатолийской стороне, на берегу Босфора. Кандидаты в офицеры, выигравшие военную академию в сегодняшнем кампусе, проходят обучение иностранному языку в течение первого года.
Дворец Билербея, дворцовый комплекс, расположенный в районе Ускудар в Стамбуле, Турция, и сегодня используемый как музей, состоящий из дворца и различных зданий и особняков, примыкающих к нему.
после морской победы при Кизике в 408 году до н.э. афинский полководец Алкивиад построил на небольшой скале перед Ускударом специальную станцию, вероятно, для кораблей, идущих с Черного моря. Башня, ставшая символом Ускудара, является единственный артефакт, оставшийся от византийского периода в Ускударе.
ранее известная как Церковь Святой Мудрости и Музей Святой Софии, а сегодня официально известная как Айя София и Кибир Ками и Серифи, Святая Великая Мечеть Святой Софии, представляет собой мечеть и бывшую базилику, собор и музей, расположенные в Стамбуле. Это был базиликальный патриарший собор, построенный византийским императором Юстинианом Ай между 532-537 годами в старом центре города на историческом полуострове Стамбула. После завоевания Стамбула османами в 1453 году II Мехмед превратил его в мечеть.